Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Василий Газизулин, я руководитель компании Top Franchise. И сегодня я хочу представить выдающегося человека Юрия Михальниченко, вице-президент Российской ассоциации франчайзинга. И я хочу задать несколько вопросов, чтобы Юрий рассказал о себе, о Российской ассоциации франчайзинга и о том грандиозном мероприятии, которое будет буквально уже в этом году, в мае, которое организует Российская ассоциация франчайзинга. Привет, Юр. Добрый день, Василий. Спасибо за приглашение. Действительно, этот год вообще проходит под знаменами франчайзинга, потому что первый раз в истории России франчайзинг будет здесь основной темой, которая звучит на экономическом пространстве. Не только чемпионат мира по футболу, но и франчайзинг. Россия первый раз в своей истории получила такое право быть центром франчайзинга для всей планеты. Здесь впервые пройдет заседание Всемирного форума Совета по франчайзингу, форум, выставка. И думаю, эти мероприятия, они дадут новый импульс и толчок для развития этого рынка, который сейчас, ну, наверное, один из немногих чувствует себя хорошо. Расскажи пару слов о том, сколько лет ты в индустрии франчайзинга, да? Чем тебе приходилось заниматься, да? Как ты вообще к этому пришел? В самом рынке франчайзинга я очутился не то чтобы совершенно случайно, но 9 лет назад, благодаря тому, что законопроект про франчайзинг проходил оценку в моем экспертном совете, которым руководили мы с Алексеем Евгеньевичем Лихачевым. И тогда мы поняли, что этот рынок нуждается в такой раскачке, приняли активное участие, потом мне предложили возглавить как директора, тогда президентом согласился быть Мераб Елашвили. Известный ресторанный деятель, владелец крупной компании ГМР «Планета гостеприимства». Естественно, приходилось тяжело, потому что франчайзинг часто путали с мерчендайзингом и с более неприличными словами. Поэтому первые 3 года мы раскачивали информационное поле, проводили по 40 мероприятий в год, участвовали практически везде, раскачивали СМИ. Но вот за последние 7 лет удалось с 300 компаний перейти к 1300 компаниям, брендов на рынке. И с 18 тысяч точек по франчайзингу, которые тогда работали на 2010 год, почти 60 тысячам сейчас. И круто. Продолжаем как бы эту тему раскручивать, я думаю. По опыту экспедиции, которую мы развивали 10 лет, даже больше, я точно помню ту пользу, которую Российская ассоциация франчайзинга приносила нам тогда. И сейчас, на самом деле, мог бы ты рассказать о текущем состоянии дел в Российской ассоциации франчайзинга, что она из себя сейчас представляет, да, и, может быть, донести до нашей аудитории, те, кто интересуется франчайзингом, какую пользу действительно ассоциация может на данный момент принести предпринимателям, кто развивает свой бизнес по франшизе? В настоящее время ассоциация насчитывает уже более 100 компаний. Это крупные в основном игроки на рынке франчайзинга, такие как Росинтер, Инвитро, 1С, Шоколадница, Баскин Робинс, X5 Retail Group, Пятерочка, Перекресток. Это достаточно большое комьюнити, которое своей задачей ставит именно развитие этого механизма, рынка, потому что бизнес совершенно разный. Это от Хилтона гостиниц до маленьких кофеен, детских клубов и разных проявлений, скажем так, этого метода. Мы сейчас концентрируемся на нескольких направлениях. Во-первых, естественно, это направление развития внутреннего рынка. Все, что с этим связано. Это и средства массовой информации, и консолидация с государством, совместные программы с государством, допустим, там каталог франшиз на бизнес-навигаторе, это взаимодействие с министерствами и региональными, и федеральными. И здесь действительно мы видим поддержку и хорошее движение в регионы, поднятие рынка франчайзинга в регион. Конечно, большую ставку сделаем на международный рынок, потому что мы там, давайте честно признаемся, присутствуем слабо. И вот тот проект, который мы сейчас в том числе реализуем с компанией Top Franchise, это экспансия, может быть, пока не массовая, но достаточно смелая на восточные, и на западные рынки, которые, с нашей точки зрения, должно сорвать некую вот эту пелену недоверия у наших многих франчайзеров по отношению к международным рынкам. Мы хотим доказать, что это можно делать не очень затратно, и это дает очень высокую конверсию с точки зрения прибыли. Потому что рынки вокруг России растущие, валютные. Мы продаем за рубли, а получаем валюту. Да? Это отличная деятельность. Я думаю, что действительно Российская ассоциация франчайзинга – это легитимное окно в мир, получается, да? Дверь в мир для российских компаний. Можешь сказать пару слов про то мероприятие грандиозное, да, которое, на мой взгляд, будет проходить в Москве
которые организуете вы, место проведения, даты, да, и кто, какой состав участников мировой там будет? Да, ну, мероприятие получилось только благодаря тому, что Российская ассоциация франчайзинга уже более 10 лет активничает среди других международных ассоциаций. Есть такое большое некоммерческое объединение, это Мировой совет по франчайзингу, туда входят 42 страны, включая и самые крупные, и небольшие, и, естественно, там входят и Соединенные Штаты, и европейские страны, страны Юго-Восточной Азии, и Латинской Америки, и Южной Америки. И благодаря тому, что Россия занимает там активную позицию, нам удалось отстоять право первый раз в истории проведения мирового совета, естественно, соответственно, мирового форума, мировой выставки по франчайзингу в Москве. И это будет в 2018 году, в мае месяце. В этом году, в мае месяце, на двух площадках. С одной стороны, это будет площадка Центра международной торговли 30-31 мая, куда съедутся представители 40, более чем 40 стран, органы государственной власти, свою участие уже подтвердили Минэкономразвития, Минпромторг, Российский экспортный центр, правительство Москвы, будут их павильоны, будут их главы, и, соответственно, будет живая дискуссия, и это даст новые импульсы. Ну, естественно, мы приглашаем всех посетить выставку, потому что традиционно, где бы ни проходил этот мировой совет по франчайзингу, страны привозят свои концепции, лучшие концепции, чтобы показать в другой стране, чем они богаты, да? Вот. Ну, а мы постараемся представить наших членов, заинтересованные компании, для того, чтобы показать, что у нас тоже есть что демонстрировать миру. И я думаю, мы с помощью партнеров это сделаем мероприятие интересным и полезным для всей страны. Юр, спасибо большое, что согласился ответить на наши вопросы. Мы всячески будем, компания Top Franchise лично, всячески поддерживать это мероприятие, которое будет в мае, и приглашаем всех к участию в нем. Спасибо большое. Спасибо большое, благодарю. За поддержку. Спасибо.